Попробовать национальные деликатесы и удивить гостей накрытым столом. В духе кавказских традиций предлагают южные фермеры. Уже на этой неделе в Твери они представят свои деликатесы. Для гурманов дикий кабан приготовленный в тандыре: сунджук из телятины или рулет из баранины. Пикантности прибавит бочковая аджика. Здесь же настоящие сыры адыгей, сулугуни, молодой с плесенью, овечий или из молока-буйволицы. А еще камчатские деликатесы чавыча, белорыбица, зубатка и красная икра. Пройти мимо сладости вряд ли получится. Здесь орехи в гранатовом соке, халва с маком, вяленые груши. А еще настоящие ароматные специи и чай. Главное, все можно продегустировать. Выставка от Абхазии до Камчатки уже с 22 апреля в торгово-развлекательном центре «Рубин».